связи, Кристалл. Слышим хорошо. Как нас слышите? Кристалл, ответьте. На связи. Как нас слышите, Кристалл? Кристалл, ответьте Цупу. На связи, Кристалл. Ответьте Цупу. Ответьте Цупу. Цуп, Кристалл. На связи, Кристалл. Слышим хорошо. Ну что, все, начали, да? Я свет не слышу. А что? На фоне работы этой станции мы, ну, так сказать, совместно управляем ей, совместно всем миром. Ведь это очень сложная проблема — управлять из Москвы, из Хьюстона, из Тулузы, из Назды. Это, в общем, так сказать, первые шаги, связанные с международным космическим управлением, международными космическими аппаратами. Некоторые блоки, конечно, базовый блок, наверное, физически стал, скажем так, и более старым, более пожилым. А что касается интеллекта, это станция вопреки здравому смыслу, но, не, наверное, в соответствии со здравым смыслом, она обладает более мощным интеллектом и более, скажем, резвыми, живыми, молодыми мозгами. Если вы пересчитаете в километры, в миллионы километров, которые пролетала орбитальная станция «Мир», там не только до Марса хватит, и значительно дальше еще и вернуться назад. То есть техника, значит, вот она такая создана. Если второй компонент – это присутствие самого человека, с его физиологией, психологией, то, наверное, тоже уверенно можно сказать, что человек до Марса и обратно долетит, еще и запас тоже будет.